Вспомнил меня, гад. Ты меня еще попомнишь. Но ничего, я справлюсь. Я даже знаю, как. Надо что-то делать. Делать. Как это будет по-английски? Делать. To do. To do. Сейчас термометр на солнце показывает 35 градусов. Самое время для похода на море. Не забудьте взять купальники. Знаешь, я оставайтесь думаю, с нами, и мы узнаем, кто же на первом месте нашего... После рекламы. Это очень хорошо. Думаю, все. Знакомства заставят позабыть о неприятностях. Стрелец, можете почивать на лаврах. Все. Сегодня козероги, любимчики... Не могу так больше. Так, что это за настроение? Секунду. Как мне все это надоело. Бабы его. Вранье. Похмельный синдром. Тань, неужели все так серьезно? Да ты не представляешь! Я для него! Вот этими вот руками шубу купила, все делала, английский выучила, чуть язык не сломала. Thank you.
представляешь, мы были на Эйфелевой башне, и он, английский, был совсем никому не нужен там. Хочешь приговор? Надо резать. Это многое изменит. Вообще-то есть такое желание, но придушить его. Правда, что? Каждый раз, когда утром вижу его мятую морду, так и хочется убить. Я знаю, кто тебе нужен. И кажется, есть человек, который может тебе помочь. Кто? Я к вам от Лены. Входите. Одна, без собаки. Лена сказала, Лена, что я могу к вам обратиться по очень деликатному вопросу. You're welcome. О, Господи. У меня к вам дело. Заказ. Вот на этого человека. Я... Понимаете? Он... Я так больше не могу. Он сам виноват. Я бы никогда... Он ведь обещал мне. Говорил, что любит. Я ненавижу его! Понимаете? Я вчера ждала его с цветами. А он пришел в обнимку с двумя. Сказал, что одну зовут Жасмин, другую Роза. И что этим цветам нужна его забота и ласка, иначе они засохнут. А потом он поливал их шампанским. А я... А мне хотя бы водички предложил. Спасибо. Вот.
В общем, Лена сказала, мне его не жаль. Я все продумала. Это будет несложно. Сегодня. Я договорилась с подругой для алиби. Я готова его убить. Мендельсона 13. Под утро. Он подойдет к дому, начнет открывать калитку. В этот момент вы вскидываете пистолет. Прицеливаетесь. Останавливаете дыхание. И нажимаете на курок. Вот это вам. Вы и сами справитесь. Я? В понедельник вернете. Нет. Я... Денег не надо. А я переночую у друга. Для алиби. Нет, я... Ну почему же? Я не способна. Вы так отлично все знаете. Нет. Таня. Нет, я... Тань. Тань, ты слышишь, что я тебе говорю? Ты будешь за ним, как за каменной стеной. Или ты, как всегда, все прослушала? А между прочим... И выброси все глупости из головы. Professional.